Да грёбаный насос, где же... А, вот, нашла! Вот он! Повторим условия игры, мои дорогие выродки. Кого там? Победа, тот, тому... Мы с тобой, Хэви, играем на правах должника, возмещающих свою задолженность путем каторжных работ. Если проиграешь, неделю убираешься в доме. Минутку! А если папа проиграет, то убирается он? Нет. Черт! Ну почему? Потому что мы с папой играем на деньги. И в случае поражения проигрываем, собственно, деньги. Все потому, что мы с папой уже взрослые, а вы еще мелкие. Твою ж налево! Глэм, помешай пока карты. Хорошо. Ну, и раз у тебя так хорошо получается, и фишки раздай. Хорошо. А правила у этой игры просто трындец. Комбинации складываются из 5 полученных карт. Вау. Мам, по-моему, все знают правила игры. Нет, ты не знаешь правила этой игры. Хоть комбинация и складывается из 5 карт, каждому выдается всего по 2. Не может быть. Да ладно, Хэви, ты реально об этом не знал? Дейв, если ты такой умный, может, сам расскажешь правила? Техасский холдин или безлимитный холдин отличается от классического покера раздачи по 2 карты. Далее на столе после согласованных ставок выкладываются первые 3 карты под названием флоп. А затем... Так, блин, хватит! Умник какой нашелся. Где этот зеленый петух? Зеленого петуха мы решили не покупать, потому что... А, ты про Чеса! Он должен был прийти в 4, сейчас уже 5:30, значит, он придет минут через 5, объяснив свое опоздание каким-нибудь враньем в стиле бабушку через дорогу переводил. Не, он не может быть таким предсказуемым. Скорее всего... Эй, ребятки, привет! Блин, вы не поверите, сколько в этом городе бабушек у дорог. Ну, прям не мог мимо пройти. Ты что, опять через окно влез? Бабушки! Они как хороший вискарь с годами только... Ладно, ну чё, начинаем? О! Самое главное в этой игре — уметь скрывать эмоции. Ведь никто не знает, что у тебя на руках... Вашу ж мать! Ну что это за дерьмо? Кто раздавал? Кому в руки насать? Поднимаю на 35. Что? Первый кон! Что так трудно было чахнуть? Мам, ты только что сказала, что эмоции надо скрывать. Да как их тут, блядь, скроешь, когда такая блевотина на руках? Короче, я это... Фолт. Не, ребята, с двумя тузами мне здесь делать нечего. Ты скинул 2 туза? Да не скинул он 2 туза. Он просто пытается тебя запутать. Если он сказал, что у него 2 туза, это не обязательно, должно быть правдой. Ререйс, 150. А где же эти 5 карт, с которыми я могу комбинации сложить? Нету их! Скажи спасибо папе! Теперь надо ставку утвердить, чтобы первые 3 карты увидеть. Ну, я, наверное, тогда того сдаюсь. Коу! Да как так-то? Сраные карты! Ах, пойду за пивом. Ди, ты ведь знаком с программой CL Brute? Что-то связанное с хакерами? Да. Ты же знаешь, что я установил защиту SafePin, чтобы ограничить доступ к сайтам, которые, на мой взгляд, могут навредить вам с Хэви. И что? Кто-то попытался взломать защиту и получить доступ к сайтам, используя примитивный CL Brute? Как наивно. Нет, кто-то получил доступ к сайтам, обойдя защиту, прикрываясь CL Brute, используя при этом... Guesser 350. Рейс 350. Гессер 350 не дешевая прога. Это делал явно кто-то взрослый. Ререйс на 800. Или ребенок, но очень способный. Тот, кто лучше всех учится в школе и зарабатывает, например, тем, что помогает более отсталым сверстникам. Кто способен обеспечить себя покупкой дорогостоящих программ? Ререйс 1500. Но и не стоит исключать, что это мог быть злоумышленник, который имеет достаточно средств для приобретения таких программ с целью досовских атак на интересующие его учреждения, подставляя при этом способного ребенка. Как удобно. Ререйс 3000. А вот и я! Да что у вас там, все еще первый кон? Да какого хрена? Блин, надо было в улын идти! Вики, тут прям битва титанов. Не преувеличивай, Чес. Это был обычный разъяснительный разговор.
Я думаю, Ди прав. Нашу личную защиту взломал состоятельный взрослый хакер для получения доступа к запрещенным у нас сайтам для организации DOS-атак в интересующих его учреждениях. All in. Черт. Болт. Глэм, почему дети седые? Не знаю. Хэви, ты дилер, раздавай. Так, буду просто аккуратно играть. И ставить только когда будет что-то крутое. Я не понимаю, раз от меня чего-то зависит? Блин, я все продул. Хватит ныть. Вот черт, какие голимые карты у меня. Я, наверное, чек. 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 Да какого хуя никто не ставит? Как у меня какая-то хуйня, так сразу рейс, рейс. А как у меня карманные короли, так все сразу тук-тук-тук-тук-тук, блять. Все, я покидаю этот мир. Хэви, завещаю тебе все мои фишки. Правда? Все мои 4 фишки. О, спасибо. Этот набор, походу, проклят. Как закончится, сожгу его к чертовой матери. Ребят, это же игра. Мне надо играть. Я в шоке. Как ему это удается? Пап, ты же всю жизнь его знаешь. Как ты можешь ему проигрывать? Его эмоции противоречат его действиям. Я не знаю, как он это делает, но у меня не получается разработать тактику игры против него. Да уж, давайте не будем терять время. Последний кон. Окей, но я сразу... Мне интересно проверить последний признак параноидального психоза. Ну что, Чес, последняя раздача? Это ты меня пугаешь, что ли? Рейс 2000. Кол. Отлично, у меня осталось 4000. All in. All in так all in. Давай, я кол. Ну что ж, а у тебя что? В смысле, что у меня? Я не знаю. Я не смотрю свои карты. В чем тогда интрига? Оу, надо же. Дети, разводите костер. You're gonna burn in hell!